Всем привет, с вами Сит, и мы продолжаем проходить Инмост. Так. Не кажется, или там прячется черная штука? Интересная музыка. Здрасте. Аккуратно. Тихо. Отхилились. Светлячка поймали. Ух ты! Так, там еще два паука, да, на стене вижу. Ага, идем, идем. Тихо. Блин. Я думал, он не допрыгнет, но он допрыгнул. Поехали. Черт. Ладно, еще разочек. А, так они исчезли, получается. Кроме крысы. Крыса, гадина, осталась. Ё-моё. Тихо. Ползи сюда. Тихо, хилимся, хилимся. Так, мышки летучие, подлетаем. Пойдет. Сразу тебе. Да ладно. А чё так сложно? Ага, это ее убивает, хорошо. Иди сюда, крыса. Действительно, смотри, с одного удара убивает. Ладненько. Хорошо. Заспамил, товарищи. Давай ты первый. Черт. Есть. Светлячок еще один. Подходим. Подходим, не стесняемся. Есть такое дело. Хорошо. А, да? Это чтоб сюда запрыгнуть, я понял. Так, тут две мышки и крыса. Три мыши. Аккуратно. Крысы сильные, кстати говоря. Как мышки. По одной. Только один корень. Нам, наверное, сюда. Есть. Так. Не ори. Обманул. Что за светлячки, интересно? Тихо. Аккуратно. Не орем тут мне. Хорошо. Пойдет. Так, там опять пауки.
Прыгай. Я знаю, ты хочешь прыгнуть на меня. И? Здрасте. Он ему что, светлячков отдает? Это что, на сдачу? То есть рыцарь прислуживает ему? Странно. О, опять девочка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду искать. Так, опять девочка. Так, ну стул нам не надо. Откроем. Или тут? Пусто там. Под стол можно спрятаться. Ух ты, прикольно. Так, давай выйдем. Спустимся. И тут пусто. Опять нет. И тут пусто. Закрыто, да? А сюда можно зайти? В оранжерее. Дверь закрыта. Ладно. И тут пусто. Нашла. Куклу нашла. Кто не спрятался, я не виновата. Опять? Так, ну холодильник не открывается. Подожди, зачем брать? Говорить? Не хочет со мной говорить? Ладно. Обидно.
Так. Быть может, сюда со стулом надо прийти? А ну-ка попробуем. И тут же дверь закрыта? Да. Я надеюсь, мы... Все, дальше. Нельзя. А, да. Обидно. Тут опять закрыто. Может, наверх? В комнату? Тут спрятаться можно. Взять. Давай включим свет. А это что на шкафу? Может, тут я могу выше подняться? На шкаф могу? Нет. Странно. Отсюда видно реку. О, так здесь открылось. Включить можно свет. Вон, ничего себе, аж где. Ага, я понял, как надо. Вот так вот. Берем стул. Поднимаемся. Тут поднимаемся. И вот здесь через вентиляцию. Пойдем. И не страшно по вентиляции лазить по темной. Вот и зайка. Вот где ты, малыш. Теперь я прячусь. Ага. Это что? Ты нашел меня слишком быстро. Ты ведь подсматривал, правда? Я не смог вовремя зажмуриться. Я пытался, но у меня пуговица вместо глаз. А он типа сам говорит вместо его. Давай еще раз. Кто не спрятался, я не виноват. Сюда? Закрыто. Я никогда не слышал, чтоб кто-то играл на нем. Может быть, на чердаке? Но как спустить лестницу? Хороший вопрос. Сюда давай. Так, а давай включим свет.
Как же быть? Так, наверное, тут надо свет включить. Что-нибудь... А-а-а. Так, может быть, это сюда поставить? Да. В банках что-то плавает. Я сделал что-то не так? Смотри-ка, внизу зонтик лежит. По-любому его можно взять и можно лестницу скинуть. Сейчас заберем. Так, стул берем. Зонтик ручной, можно что-то зацепить. Да, я уже понял. Зонтик хватаем. И пошли лестницу теперь опускать. Так. Отлично. Пойдем наверх. Ух, тут очень страшненько. Действительно. Так, свет включаем. Как ты залез сюда? Ты сама принесла меня, помнишь? Я же не могу ходить. Мои ноги сломаны и кровоточат. Что? Кости торчат в нескольких местах. Моя жизнь — это сплошная боль и агония. Шучу. Я же игрушка, игрушки не умеют ходить. Ты странный. Очень странная, действительно. Как думаешь, что за этой дверью? Ночью я слышала шум на чердаке. Я слышу крики. Они держат их там. Кого их? Кого? Детей, которых похищают. О, мамочки, мы должны их освободить. Как можно быть такими бессердечными, чтобы держать детей на чердаке? Тебя они держат в пустой комнате с оборванными обоями. Большое достижение, я считаю, ты сможешь гордиться собой. Это все он. Он злой. Я слово слышала ночью, как она плачет. Он обижает ее. Он заставляет ее делать ужасные вещи, поэтому она всегда плачет. У него черное сердце. Мы спасем детей, и тогда она тоже поймет, что может сбежать от него. Но дверь заперта, нам нужен ключ. Ключи всегда прячут в вазах с конфетами. И когда ты находишь такой ключ, ты можешь взять и конфеты. И даже если не находишь. Особенно если не находишь. Она сейчас печет печенье. Я больше люблю печенье, чем конфеты. Так. Газетные вырезки о каком-то пожаре. Старые поцарапанные ящики. Это царапина от когтей. Что-то пыталось выбраться наружу. Разве тогда царапины не должны быть внутри ящика? Значит, что-то пыталось пробраться внутрь. Ладно. Так, получается, нам надо искать ключ. Ладно. Ну, слазь. Слазь.
Пойдем искать ключи. Так, я умею играть на барабанах. Самое лучшее в барабанах то, что барабан можно... может быть что угодно. Даже пианино. Главное взять палку побольше. Действительно. Закрыто, да, здесь? Шахматный столик вместо некоторых фигур пуговица. Е2-Е4. Белый мат в три хода. Поверженный король будет захвачен и гильотирован. Гильи что? Так надо. Что за игрушка странная? Тиканье часов слышно даже через стену. Все исчезает в потоке времени, минуты, это атомы мелочной жизни разъедают как черви все мудрое и великое. Чудище будни клонит долу все, что стремится ввысь и значительно в жизни. Значительного в жизни нет, ибо прах ничего не значит. Что стоят вечные страсти перед лицом тщеты? Что? Что? Действительно. Так, давай зайдем к нам внутрь. Тут ничего интересного нет, да? Ладно, пойдем вниз. Старинный проигрыватель. Удивительно, что он еще работает. В этой штуке живут гномики, которые играют музыку. Стукни по ней, чтобы они перепугались. Я хочу слышать, как они кричат. Очень злобная игрушка, хочу вам сказать. Мне интересно, это действительно игрушка злобная или у девочки проблемы с психикой? Так, давай сюда зайдем. Что у нас здесь? Ага, ладно. Здесь, в принципе, ничего интересного. Так, здесь выйдем. Дверь закрыта. Жаль. В лесу живут чудовища, я хотел позвать их в дом. Думаю, они уже в доме. Так, давай назад, внутрь. Печенье на верхней полке. Как жестоко с ее стороны. Притащи стул из прихожей. А, давай. Цветок давно увял и умер. Все вокруг залито водой. Так, давай за стулом пойдем. Так. Еще выше. Еще выше. Аккуратно. Сейчас упадет и разобьет. Она поранилась? А куда она пошла? Что за жесть? Но девочка-то поранилась. У нее кровь с руки капала. Так. Пойдем. Отлично. А вот мальчик, кстати. Эй, мышь, отстань. А, я не... То есть я ножом не могу тебя ударить, да? Ладно. Хорошо. Тогда пойдем. Разбить. А куда он исчез? Почему так? А, это просто типа как статуя. Странно. Смотри-ка.
открыть. Секреточки, ладно. А можно вопрос, что там произошло? Ну вот я разбил, и что? А, это сик... Все, я вспомнил. Там должен быть лист бумаги, да? Какой-то фрагмент какого-то изображения. От меня? Мне. Странно. Ну это типа коллекционное мы собираем, я понял. Ай, не падай. Удачно. Так, это мы можем срезать. Забираем. Разбиваем. Кирку можно использовать, хорошо. О, лиса. Ё-моё, это что за скелет такой? Так, не туда. Вот сюда хотел я сходить сначала. Пойдет. Успел. Давай поднимемся, посмотрим, что там. Куда-то лестница ведет. Куда-то очень высоко. Вот тут надо выдвинуть, наверное. Ладно. Так, хорошо. Вот тебе раз. Пойдем. Так, подожди, а мне что делать? Неясно. Ого! Черное сердце. Хи-хи. Оно становится таким, когда боль касается его. Твое еще не почернело, но скоро, очень скоро. Боль забирает силы, но может и дать их. Только тебе решать, как ты воспользуешься. Что плохого, если твое сердце черно? Ты можешь больше не думать о других. Это открывает новые пути, знаешь ли. Ты скоро поймешь. Ведьма заберет у тебя самое дорогое. Хи-хи-хи. Но пока ты можешь взять мое сердце. Оно мне больше не нужно. Иди, вернись к этому идиоту, пусть он починит свой лифт. Ладно. Я забрал сердце. Так. Понятно. Я раскрываю эту штуку, да?
с помощью. Ладно. Так, а, нам, кстати, вернуться, чтобы он лифт починил. Пойдем. Мы, наверное, с помощью этого сердца теперь можем починить лифт. Надеюсь, что сможем. Так. Очистить. Готово. Ладно, возвращаемся. О, ты вернулся и принес паутину. А как ты справился с волками? Ладно, это все потом. Так, а как мне? Эй, давай говорить. Или ты пошел чинить лифт? Чини давай. Починил, смотри-ка. Отлично. Все готово. Можно отправляться. Возвращайся и расскажи, что ты видел. Хорошо. Разбить. Не знаю, почему я захотел спрыгнуть, но... Так, хорошо, открыть. Открыть. Не работает. Ну вот, собственно, и лифт. Ладно, хорошо, давайте тогда пока на этом остановимся и продолжим в следующей серии. Оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи, друзья!